Смотрите, народ, какое красивое название деревни. Знаете, люди, вам Бога. Бога на. Вот такие названия должны быть деревень. Ух ты, твою же мать. Блин, вечно меня тянет в такую жопу. Это нормально. Ну ничего, я думаю, справимся. Они в такой хрени лазили, что сам себе иногда бываешь не рад. Сегодня упирался так, что вот откусил загубник. Загубнику кирдык. Денег нету, вы держитесь. Всем доброго здоровья, народ. Сегодня выехали на подводную охоту. Подводная охота будет проходить вот под этим разрушенным мостом старым. Вот. Здесь довольно-таки неплохое течение. Прозрак хреновый, сразу вижу. Печалька будет с прозраком. Но другой альтернативы пока нет. Река довольно-таки большая. В этом месте она не особо широкая. Здесь где-то вот около метров, может быть, 100. Может стать 150. Вот. Мост довольно-таки хлипкий. Я как-то уже здесь несколько лет назад нырял. И так довольно-таки, скажу, было результативно, неплохо. Но нырял не осенью, летом. Да, прозрак, печалька. Полная печалька, прозрак. Вот такой вот мост разрушенный. Не знаю, как он еще до сих пор живет и держится, но уже очень-очень много лет. Лет, наверное, 25, а то и 30. Он абсолютно бесхозный, этот мост. Ук-ук-ук-ук-ук-ук-ук. Эх, 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 эх. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Что-то так хорошо шло. Прям так крупно по поверхности шло. Ну, не знаю, наверное, не заснял. Ну, это показатель того, что рыбка здесь присутствует. Но прозрак печальный, поэтому, не знаю, удастся, не удастся нам что-то здесь взять. Ну, будем надеяться. Давайте подойдем к этому печальному мосту, посмотрим, что изменилось с тех пор, когда я здесь был последний раз. Был я здесь последний раз. Ну, один раз, наверное, за прошлом году, я не помню, брать не буду. Ух ты, твою же мать. Ну давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит, этот мост. Подойдем поближе. Прозрак зеленя. Ну ничего, я думаю, справимся. Они в такой хрени лазили. Ой-ой-ой-ой-ой, тут вообще зелень. Я взял с собой прожектор, чтобы просветить под столбами, ну, в смысле, под опорами. У нас-то там довольно-таки будет темно, потому что игра
света и тени. Она когда со света заходишь в тень, нифига ничего не видно. Спасет только фонарь. И фонарь у меня сегодня необычный, потом покажу. Фонарь-прожектор на 1800 люменов. Мощный фонарь, 60 светодиодов. А кому будет интересно посмотреть обзор данного фонаря, у меня есть на канале. Я нырял с ним ночью в бассейне. Испытывал. Освещение вообще. Все вокруг. Не то, что как у обычного фонаря, там пятно света. А это он захватывает огромную территорию. У меня бассейн шириной 5 метров. Вот он его освещает полностью. То есть, что хорошо с этим фонарем. А если, допустим, ночью нырять, я не особо ныряю ночью, вообще даже не ныряю, вот, то зрительная привязка, ориентировочки, они остаются. То есть нормально ориентироваться под водой. Так что переодеваемся и погнали.
Ну вот сегодня без рыбы. Это нормально. Вот. Немножко распогодилось, но все равно ветерочек прохладный идет. Значит, как протекала подводная охота? Спустился я вот здесь. Зашел. Потом прошел вон тулзавать полностью. По течению спустился до поворота. Там отмель. Делать там нечего. Развернулся. Пошел по течению под мост. А за мост ушел километра, наверное, 2,5. Если не больше. И возвращался сюда вот этим берегом против течения. Против течения назад возвращаться тяжеловато. Тем более река с достаточно сложным характером. Вот. Течение серьезное, так вроде бы кажется, по поверхности его не видно, но уверяю вас, течение здесь хорошее, особенно под мостом. Значит, там половина завалена бревнами, нанесло, и течение в этом месте очень сильно усиливается. Поток воды устремляется между вот этих двух створ. Здесь вот закругляется течение, завихряется такое. Ну, тяжело выгребать на ластах, очень тяжело. Вот, немножко меня снесло под коряги. Вырулил. Вот, но мелкой рыбы очень много. Так скажем, не крупные щучки. Не заслуживающее внимания. Вот. Видимость очень плохая. Травы намного меньше. Кстати, здесь кувшинки больше. Это река Ворона. Я не сказал. Воронежская область, река Ворона. И здесь еще присутствует кувшинка, в отличие от реки Свалы, где я крайний раз нырял. Вот, там уже практически кувшинки нет. А здесь еще более-менее она на дне еще есть. Но ничего достойного не встретил. Вот. Поэтому камеру я выключил. Там, где более-менее прозрак хороший, я вам покажу. Там под мостом вроде более-менее ничего. Но это на отмели. Вот где я под мостом нырял, там зелень. Полностью зелень. И я думаю, народ, на вот этой вот такой нотке я буду заканчивать сегодняшний сезон подводной охоты. Вот, потому как сейчас рыба стягивается больше на глубину, к ямам. Вот, а так как я чисто по своим убеждениям по ямам не ныряю, вот, мне это, допустим, не особо интересно. Я люблю искать рыбу, а не приходить в тир и не набивать себе полный кукан. Так что вот так вот подустал, немножко подустал. Вот, но настроение шикарное. Рыбы нет. Но мы будем держаться, как говорил наш личный друг Дима Медведев. Денег нету, вы держитесь. А чтобы видео было интересно смотреть, я соберу удачные моменты за весь этот год и сделаю видео там, где есть рыбка, там, где есть на что посмотреть. Сегодня посмотреть не на что, мутняк полный. Но рыбка движется, маленькая, небольшая. Поэтому смотрим, не переключаемся. Обратная дорога против течения. Просто жопа. Жопа.
Как-то так. Кому был полезен данное видео, пальчики вверх. Заходим на канал, подписываемся, ставим лайки, дизлайки. А всем здоровья, удачи и всем пока.